Дивидендная компания, на какой счет лучше покупать, брокерский или ИИС? Терина, то есть я не понимаю, с чем связан вопрос. На ИИС вы просто используете налоговую льготу, то есть ваши дивиденды не будут облагаться налогом. Вот по мне, в настоящий момент, да, то есть два типа, которые действуют налоговых вычетов. Сейчас Центробанк собирается третий тип ИИС ввести, да, но вот для меня самая большая сумма, которая может быть заведена, это 1 миллион рублей в год, и через 3 года вся прибыль, которая у вас образуется по индивидуальному инвестиционному счету, она освобождается от уплаты подоходного налога. Я бы, наверное, на ИИСе больше смотрел к размещению средства, ну, во-первых, я бы использовал, наверное, преимущественно все-таки второй тип налогового вычета, второе, то есть чтобы загрузить его по полной, да, чтобы максимум был налоговой льготы. Второе, почему, что бы я там размещал, я бы там размещал те инструменты, которые на горизонте в 3 года могут обеспечить наивысшую доходность. Потому что если вы дивиденды будете освобождать от налога, это одно, это относительно небольшая сумма. Если вы от налога будете освобождать курсовую разницу, да, то есть основной прирост стоимости капитализации, то это больше размер налогового вычета. Поэтому, скорее всего, я бы на ИИСе размещал то, что обладает наибольшим потенциалом для роста. Thank you.